Ребята, всем привет! Мы приехали на базар, называется «Апельсин». Это у нас в Адлере, получается. Хотим посмотреть, что здесь интересненького. Прицениться к овощам, фруктам. Вот. И вообще, в целом, посмотреть. Смотрите, запахи, ребята. Сразу уже запахи, да? Чувствуешь? Классно. Так, смотрите. Здесь, я так понимаю, разносолы. Даже цены указаны. Здорово. Имбирь 50 рублей, например. Ледяной гриб. Это вот что-то такое интересное. Кстати, вот это что это такое? Баклажан, походу, да? Тут вон соленья разные. Причем, видишь, везде цены есть, это здорово. Мидии 200 грамм. Ух ты, смотрите, морепродукты, осьминожки, рапаны по 200 рублей. Каламата. Это, наверное, как эти. Так. Пойдем сюда. О, фрукты здесь еще есть. Сейчас надо будет все посмотреть. Хочу все посмотреть. Вот, мы идем в сторону сыров. Вот, посмотрим. Так, мы себя снимаем. Успокойтесь, мы личный блог для соседей. Все. Так, господи, что у вас тут снимать-то? Что за люди? Так, вот, кстати, сыры. А вон этот, вон твой этот. Как его? Так. Ну, здесь у нас всякие творог 180 стоит, сметана, так, что у нас сыр сливочный 700 рублей, есть, кстати, адыгейский сыр, адыгейский копченый 470 рублей за килограмм, видите, тут разные, много всего. А скажите, а почем у вас рулет? 470, вов, слышишь меня? Это за килограмм, да, я понимаю? За килограмм 470 рулет. 500. Но я так поняла, здесь цена везде одинаковая. 470. Что-то они как-то плохо реагируют на камеру все. Вот именно. Все дикие. Так, чурчхелы, смотрите. 150, 100. Вон какая-то урюк висит, интересно. Вон чурчхелы есть по 200 даже. Такая вот интересная. Куда пошли? Он боится. Так. Фрукты, ребята. Мне нравится, что везде есть цены. Смотрите. Так. Курма по 200. Хорошая. Королек. Виноград. Красота. Виноград по 200. Пойдем, пойдем. Посмотрим. Так. Сладости. Сладости, торты. Смотрите, варенье, чернослив, тыква. Интересно. Сухофрукты. Так, я так поняла, что-то типа урюка. О, как красиво. Как красиво это все смотрится вообще. А, запах. Ой, какие яблоки. Смотрите, какие яблоки здоровые. Картофель. Яблочки вот такие вот. Курма, кстати, очень, наверное, вкусная. Прям черная, видно, прям внутри коричневые. Так, персики. Каштаны. Кстати говоря, я каштаны не пробовала. Надо попробовать будет купить все-таки каштаны. Он тут в рыбу скакал. Куда-то. Ну, это разливайка. Так, куда у нас скакал Вован? Мясо, смотрите, по 250 рублей. Ну, какие хорошие куски. Прям вообще. Хорошие, да. Рубец, да. Это у нас рубец, это как он, желудки. Но я так понимаю, у них уже рынок практически закрывается, мы поздно приехали. Сало. Сало соленое, домашнее 350. Так, хинкали, смотрите, хинкали, домашние 380, такие симпатичненькие. Баранина, хинкали домашние тоже 350. Долма 380. Перцы тоже 380, колбаска. Колбаса печеночная, смотрите. Печеночная 250, рулетик вот. Говяжья 500. Интересно. О, тут тоже вон мяско, смотрите. Ну, здесь кости. Кости вообще по 30 рублей, нормально. Клево. Хребты. Язык. Там копыта всякие разные. Уши. Кролик.
кролик по 450. Нутрия. Кстати, нутрия, мясо нутрия. 350. Нутрия. Интересно. Так, это что такое? А, семенники говяжьи. О, это яйца, яйца называются. По 140. Так, сердце. Сердце говяжье 220. Печень 300. Это рубец тоже 220. О, какие... О, лопатка барани. Ой, какая, какая баранья лопатка. О, о, о. Слушайте, вот жили бы мы тут, мы бы купили бы. Блин, так бы Вовчику я приготовил. Мясо прям тут хорошее, хорошее. О, Вовчик нашел это, банкомат и снял налик. На, 10, 2 там этих. Там такая баранина классная вообще. Пойдем посмотрим рыбу. Да, пойдемте рыбу посмотрим. Не, кстати, выбор очень хороший, выбор очень хороший, такой разнообразный. Кстати, какие фрукты, прям вообще здорово. Какие у них большие грибы. Огромные, да? Вообще, они какие-то, я не понимаю, они просто прям вот-вот такие. Такие растут. Да. Перцы, баклажаны, кабачки. Как это все красиво смотрится. А это вот, я так понимаю, сладкий, это топинамбур, да, картошка? Да. Сладкая это картошка, пара. Да? Это дайкон. Дайкон, да. Помидоры, смотрите, какие классные. Огурцы, помидоры. Слива, смотрите, какая красивая. Зелень. Вот, фейхоа. Это фейхоа, да? Что? Это фейхоа, да? А он слива. А вот это фейхоа, да? Да. Давай попробовать возьмем. Я просто никогда не пробовала. Не пробуй. Не пробовал. О, клюква. Клюква, клюква, малина, ежевика. Прям все свежее, красивое. Вообще очень клево. Горох, горох, смотрите. Стручковый. Или это фасоль. Красный лук, картошка. Блин, как все красиво. Как все здорово. Арбузики хорошие. Морковка. Клево. Хурма, смотрите, какая классная. Слива. Виноград. Вот здесь даже цены есть. 150 мандарины. Крупные какие мандарины. Здорово. Пойдем еще посмотрим, да. Мясо, блин, свинина вообще классно. Ну, я так поняла, это прям отрубом продают. То есть выбираешь любой кусок. То есть по усредненной цене. Вон тут какой-то. А, это, я так поняла, люля в этих фигне. Люля-кебаб свиноговяжий, да. Шашлык даже уже есть маринованный по 320. Блин, вообще хорошие цены. То есть, а цены на мясо вообще нормально. Рулька 200 рублей. Видите, какая хорошая рулька вообще. Так, свиная шея 450. Ну, у нас в нижнем примерно такие же цены на шею. Вот ребрышки свиные тоже, смотрите, 380. Мякоть. Вообще здорово. Здорово. Не, ну в плане, вот знаете, вот продукты, которые готовить, конечно, цены очень хорошие. Мне нравятся. Они такие же большие. Рыба. Ух ты, смотрите, какая рыба. Это форель. Смотрите, чистим, рыбу чистим, разделываем бесплатно. Форель радужная, 430. Ой, она какая красивая. То есть, видите, есть такая вот беленькая, есть. Привет, ребята. Ну, а вы маленькие, кстати говоря, но это за килограмм. Здорово. Так, у нас здесь... О, рыбка. Рыбка, рыбка. Рыбный слайд. О, да, 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 да. Это толстолобик, да. То, что нам из Астрахани присылали, да. Да, да, что? Красивая. Книжечка. Да, да, да. Может, возьмем? Куда тебе ее? Не знаю, у меня уже слюни текут. Да? Да, у меня текут слюни. Брабулька? О, брабулька. Вот брабульку надо взять. Попробовать. Да, да, да. Да. Ну, давай возьмем парочку и попробуем. Возьми. Они копченые, я так понял, да? Да. Давай возьмем это, несколько таких, вот несколько таких. Просто попробуй хотя бы. Это вообще... А скажите, пожалуйста, она долгий срок хранения вот у брабульки? А? Долгий срок хранения у брабульки вот у этой? Нет. Сколько она? Вы хотели хранить? Ну, нам в другой город. Нижний Новгород. В другой город на чем? На самолете? Нижний на самолете, да. Но мы через 3 дня только поедем. Что через 3 дня? Ну, полетим. Долго она хранится? Придете через 3 дня, и я Давай возьмем, попробую сейчас. Попробуйте сейчас. Да, давайте сейчас мы нам штучки 4-5 вот таких вот попробовать. Она копченая, да? Да, горячая. И вот парочку таких вот еще.
Так, возьмем, попробуем бабульку. Так, вот, кстати, кальмары тоже есть. Смотрите, такой красивый. 690. Так. Вот такая вот рыба, смотрите. Балык, форель. О, какой красивый. Какой красивый. Скумбрия. Здорово. Вот такие штучки две, покрупнее, давайте нам. Две, да? Да-да-да. Попробуем. Если понравится. Ну, в общем, она прилетит нормально, да? То есть в порядке. Она в самолете нормально переживет, там несколько часов, да? Сейчас я почувствую, сколько это прилетит? Ну, часа 3. Ну, часа 3. Ничего не будет, да? Так, все, давай, оплачивай. Чем? У вас налик, да? Наличка? Карточка лучше, наверное. Попробуй оплатить карточкой. Так, все, пока. Так, икра, смотрите, лососевая 480, 4800. Ага, да-да-да. Масляная рыба 1250, смотрите. Здесь вот замороженная рыбка, скумбрия, минтай. Окей. Ага, спасибо большое. Оплатил? Спасибо. Вот нам на вечер попробовать. Так, рапаны, вон рапаны 650. Да, я видела. Ну они, видите, нам в отеле-то как-то их не приготовишь. Нам в отеле-то их не приготовишь. Так-то мы бы с удовольствием. Можно их с собой взять, ну, вообще-то. Из морозилки обычно доедут. Клад-пакет, знаете? Пакет, термопакет? Да, знаю. Это нужно прям в этот же день. Ну тогда придем через поездку уже. Хорошо, спасибо. Красота у вас. Просто я прям вот наблюдаю. Вот мы для родственников снимаем, тоже хотят приехать посмотреть. И вот прям красота. Судак 360. Ой, какая рыба хорошая. Пеленгас. Да. Такая вот, смотрите, семга. 1250. Ой, какой пласт. Смотрите, вот рука, да? Здорово. Здорово, здорово. Дорада 790. Форель вот такая по 595. Семга. Хорошая рыба. Класс. Класс, класс, класс. Приходится шифроваться. Так. Здесь вот тоже рыбка. Тоже морской коктейль. Смотрите. Креветки. 850 королевские. Так. Мелкие вот по 650. Такие. Сейчас вот есть. Ну, много-много рыбы. Ну, понятно, это прибрежный регион. О, рапан по 650, да. Рапаны. Рапаны. По 650 килограмм. Вон, даже это чука. Чука есть. А вот, кстати, вот те самые мидии, которых вот нам готовили. Такие вот. Они сколько у нас стоят? Понятно. Интересно. Опять у меня Ван куда-то убежал. Он все боится, что у нас камера отнимет. А, не-не-не, он, смотрите, он мясо ушел. Какое-то копченое. Там тоже рыбка. Пойдемте посмотрим. А, здесь мясо копченое, да-да-да. И колбаски. Где искать Вавана? В мясе. Колбаска. О, да-да-да-да-да. Чего? Еще не все, да? Что? Ох ты, ох ты. Но у нас такой, кстати, тоже есть. Вот именно вот такой вот фирмы я у нас килограмм. Видела. Это, да, тут одна штучка. Уже указывает. Ну, получается, в одной штуке-то нету, наверное, да? Он говорит, по 850 кабан. Медведь, вот есть лось, глухарь. Так, всякие вот говядина гусарская, суджуки. Так, вот такие вот колбаски. Блин, такие запахи классные, да? Вообще здорово. Колбаски воняют. А вот. О, 450, вот суджук один висит. Он, видишь, на них висит, ценник сразу. А это что такое, кровяная? Кровяная, о, блин, Мишке бы привезти вот такую кровяную колбаску, да? Было бы здорово. Но я же не знаю, она как доедет, не доедет. А долго хранится вот кровяная колбаса? 15 дней срок. 20 дней. Не доедет. Не, она доедет, но просто я боюсь, самолет не долетит. Хлебушек. Вон, кстати, ценники. Вот видишь, сразу везде ценники 500 рублей. То есть я не понимаю. Языки. Языки, да. Желе. Языки в желе 450. Вот там. Не, хороший рынок, ты прям что такой хороший. Грудинка, смотрите. Какая вот 600 рублей. А вот смотри, помнишь, мы покупали?
чем? Ну сколько? Колбаска. Да, 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 по 900 рублей, да. Любая. Это я помню так. Килограмм. А вот смотри, помнишь, мы покупали вот такой вот рулет? А я помню. Да, здорово. Сало есть. Везде ценники есть, здорово. Сало. А вот смотрите, какой грудинка со специями. Видишь, какая за 550. Слушай, а цены здесь такие достаточно хорошие. Как у нас? Я прям так смотрю. Я бы здесь, наверное, зависала. Ну, тоже здесь колбасы. Икра черная есть. Икра лосось. О, вот черная. Осетровые, 4000 стоят. А почему копченые? Вот палтусы 1700. Чем сушеные? Что, видите, вот, потому что высушка рыбы, что-то там копченое, дешевле, чем сушеное. Потому что. А потому что в копченой. Потому что вяленое готовится долго, несколько дней. А блин, копченый в течение. Так, вот смотрите, еще рыбка. Чистим рыбу, разделываем. Тоже 490. Та рыбка красивая. Здорово. О, здесь еще тоже, смотрите, какая рыбка. Ух ты, палтус 2200. Да. Это палтус филе, малосоленый. Что так? Ну, она такая. Царская. Солененькая. И корка. Корка 1200. Черная 6000. Черная 6000 стоит. Че, пойдем еще посмотрим. Дал там икра. Да. Даша прислала такую баночку. Да. 6000 такая. Вообще, да. Даша, блин. Дашу я ее расцелую, блин. Так что, будем здесь сыр-то брать? Давай сыр возьмем сразу. Давай возьмем два. Давай. Ну, масло. Если он это правильно лежит. Пролежит. Пролежит, да, возьмем. А здесь рулета нет. А у вас рулет есть там этот, как его? Рулет георгиевский. Георгиевский рулет или как он? Саджика нету? Нету. Ну вот этот вот можно взять, да? Вон, вон, вон. 470. Да, да, да. Берем? Они здесь, я поняла, все почти 470. А ты узнаешь, а он уедет у нас? У нас еще сколько это ходить? А сколько вот георгиевский рулет пролежит по времени? Несколько в холодильник, скажем. По 470, да, вы? Да, они долго сохранятся. А давайте нам парочку рулетов. А у вас как, это торговаться не принято? Нет? Когда очень много берут. Это когда много берешь, да. Брынза. Свеженький он сейчас, да? Да, сегодня. Ага. Так, сколько вообще? 376, да? Все, давай, платье. А карта, если можно. Так, все. Да, карта. Давай, оплачивай. Я пока сыр поснимаю. Так. Смотрите, какой сыр красивый. Классно. Он, по сути, весь одинаковый, только вот разный. Все. Все, сыр купили, барабульку купили, ну попробовать. Сыр это один нам, один твоим, да? Все. Все, сыр мы купили. Но мы так чисто побаловаться немножко, мы же не будем его есть. Все. Ну а здесь в основном как все одинаковое. Пойдем, мама меня куда-то еще тащит. Пойдем посмотрим. О, о, аджика, специи, травки. Че, будем этот брать, чучхелу? По 100 рублей. А есть, смотри, даже какая разноцветная. А смотри, какая есть. Смотри, какая классная. Да, да, да. 50 рублей, я тебе показываю. Какие запахи. Здоровские. Может, возьмем? Здрасте. Со скидочками все. Вов, давай возьмем. А долго она пролежит? Да, насчет этого не переживайте. А это вот с чем такая вот? Вот это идет ананас с грецким орехом, чернослив, сверху виноградный сок. Ага. У нас идет ананас и вы с грецким. А что-нибудь без ананаса есть? Да, есть курага, чернослив, киви, просто чистый грецкий орех, сверху гранатовый сок, виноградный сок. А вот эти вот большие у вас по 100, да, они идут? Да, там идет чисто грецкий орех, сверху идет. Они без подкрасок, то есть натуральные, да, все? Есть фекла, абрикос, гранат. Ага, так все.
Давай, наберем. Так, давайте. Слушай, давай не будем тратить. Что? Жмем немного. Немножко, 10 штучек. Какой вам? Так, давайте нам вот таких вот штучки 3. Ага. Без ананаса. Только без ананаса, да. А то у меня это аллергия на него. Да. А это у нас хурма, да? Да, сушеная. Смотрите. Почем она у вас? Мягкая, вкусная. Вот а можно чуть-чуть попробовать, да? Я просто никогда не пробовала. Мелочи. Это сухая фруга. Ага. Очень любой. Я... Конфет, шоколад с чаем. Бегу-бегу. Бомба, А сколько она, в какую стоимость? 1200 можно килограмм. 1500 продаем. Ну, давайте одну связочку хурмы. Ага. Ну, на сколько рублей? Скажите, чтобы я примерно... Ну, грамм вот 300-400. А то там веточки большие, поэтому спрашиваю. Вот так хватит? Ну да. Там и будет даже больше. Вкусная. Я люблю хурму. Чаем вообще. Ты ее так поглощаешь тоннами. Да, я ее поглощаю тоннами. Ну, что, давай много там? Ну я, я по 3 штучки возьму, все. Всем угоститься. Да. Что-то лель лежать будет. Так, мы в холодильник берем. Этих 3 штучки, да? Да, этих 3 штучки. Да. Таких 3 штучки. Так, а вот это что какое? Из чего? Вот это идет чисто грецкий орех, сверху виноградный сорт. Тут грейпфрут с грецким орехом. Очень давайте вкусный. 3 штучки таких еще. Так, и давайте классических каких-нибудь вкусных. С виноградным соком. Да-да, вот смотрите, классика идет. Тут у нас орех, да, орех идет просто, фундук. Да? Ага. Нет, фундук. А фундук, вот да? Тут идет у нас грецкий орех. С каким вам дать? С грецким или с фундуком? Давайте с фундуком 3. Ага. Это виноградный сок, да? Да, да, классика. А вот это вот из чего? Это грецкий орех, это да? Это грецкий орех, виноград. Вот виноград, вот виноград. Белый. А это что мне за белое? Черный виноград. Ну давайте вот с черным виноградом. С Изабеллой. 3 штучки тоже. И все. Ореха вот у вас сколько вот такой вот стоит? 400 килограмм. 400, да, килограмм? Так, вот, вот таких вот еще черненьких, да? 3 так, штучки. 3, да? Да. Все. Все, хватит пока. Так. А это вот как называется фрукт? Это адама, это не фрукт, это адамовое яблоко называется. Настойку делают с водочкой для суставов. Тебе это не надо. Ну, да. Тебе еще раз. Для суставов мне вот надо. Раз. Так, а это у вас соус, да? А какой стоимость соуса? 100 рублей, 150. Очень а маленькие вкусные. Баночки по 100, да? А вот это как это? Да, это аджика, аджика, да? Аджика, да. Да. Понятно. А ты что говорила? Я ничего так. говорила. Так, сколько у нас там все вместе получается? Шесть штук. Только нам заверните их, пожалуйста, да, чтобы карту. Вон лежит карточка. У них у всех здесь терминал очень, кстати, можно, здорово. Да, покажи, только заверните так, чтобы доехало все, ладно? Мы их в холодильник уберем, нормально будет? Да, да, не переходит в холодильник, а сейчас два отъезда можете вот так и оставлять без холодильника. Ага, ага. Все, закупились. Сыром закупились, чурчхелой закупились. Каждую, видишь, заворачивает. Чтобы они не слиплись. Да, да, здорово. Красота. Нормально, нормально. Успокойся. Все, спасибо большое, заворачивает. Господи, как вкусно у вас все, прям вот вообще. Мы из Нижнего Новгорода, у нас вот такой красоты нету. Прям вот приходишь и прям вот прям глаза раздвигаются. От запахов прям просто стоишь и голова кружится. Пенсию не желаете тоже хорошую? Нет, спасибо, спасибо, не надо. Так, и соусы хотите? Нет, соусы не надо, все. Все. Посчитайте нас. Какая красота, смотрите. 1580 все вместе с хурмой и чурчхелой. Угу. То есть мы, получается, взяли 3 больших? Вы взяли 3 больших, это 300, взяли 3 грецких, тоже 300, 600, ага. Взяли на 300 рублей 6 штук по 50, ага. 600, 900, и, хурму, да? И вот хурма у вас остановка, получается, ага. Может, дороже еще. Ага. Все, спасибо. А почему такая дорогая хурма?
При том, что, во-первых, не сезон, сами очень дорого покупают. А-а-а. Это зимой, в январе, в феврале они такие по 700, по 400. А сейчас килограмм сколько получается? 1500 продаем, я вам по 1300 посчитаю. Спасибо. Со скидкой. Спасибо. Как оптовикам. Пожалуйста. Спасибо большое. Все взял? А, все. Все, спасибо большое. Все, видите, еще. На сумочку. А вон нас таскает. Красота. И масло вон тут, смотрите, есть. Подожди, дай я специи поснимаю. Смотрите, какая красота. Я не снюхаю. Абхазская соль, кавказская соль, ореховая соль. О, чесночная соль. Да. О. Так, ну-ка. Кайф. Так, соль. Гранатовая соль вообще. Да, если бы мы здесь, конечно, жили, мы бы прям тут частенько бы заходили. А что такое сумах? 321 – это гранат. С кисленьким мясом можно добавлять, очень вкусно получается. Здорово. Чаи, рис вот такой беленький, красивый, краснодарский. Мед даже есть, кстати говоря, смотрите, мед. Варенье, малина, вон, видите, пожалуйста, всяких разных, полно сладостей есть. А вон тут тоже подлип, подзалип. Красота. Орешки? Бразильский орех. А почему у вас стоит макадамия? 1200. 1200, понятно. Так. Тоже сухофруктов, смотрите, куча. Малина, инжир, роза, липа. В общем, много всего. Орехи. Вот. Все. Красота. Красота. О, какие сладости. Смотрите, какие сладости. Так, надо ехать куда-нибудь кушать, а то я сейчас это все съем. Да, сухофруктов вообще здорово, вообще. Смотрите, сколько всего, да. И чай. Просто, да. Да. Вот я люблю такие вот рынки, колоритные, да, пойдем. Так, вот здесь вот фрукты, овощи. Тыква какая, смотрите, здоровая. Кстати, какая, кстати, как хурма, классная. Да, нет, здорово. Я все съем и все скуплю. Картошка, смотри, она какая у них здоровая, хорошая. Да, у них... Мне нравится. У них лук такой ровный и крупный. Кстати, у нас в паре такой же привозят, примерно. Иногда, да, бывают такие хорошие. Ребята, какая красота, причем запахи везде. Все. Ну, в принципе, как я посмотрела, цены везде практически одинаковые. То есть, разве что просто с ними торговаться уже непосредственно. Зелень, какая красота. Здрасте. А это вот как называется? Тархун, да? Красота. Вот тархун, смотри. Тархун. Вообще, красота, да. Просто прям сногсшибательно. Виноград тоже. Смотрите. Огонь, да? Какой здесь вот виноград? Кстати, вот такой виноград я покупала у нас в Нижнем. 200 рублей почти. Здорово. Это армянский, да? А сколько он у вас стоит? 150? 180. Ну, в принципе, одно и то же. 180 виноград. В принципе, как у нас там и так далее. В общем, вот такой вот рынок, ребятки. Что здесь еще есть? БПшки есть. О, китайские БПшки, да? Я бы стаканчики. Ой, а вот это вот точно Таиланд. Вот это. Китайские? Да, вот это вот. По-моему, название прям точно. Классно. Нет, спасибо. Сейчас посмотрим пока. Оливок очень много. Оливок много. Да, чим-чим, да. Для морковки и так далее. Угу. Все. Фунчоза. Ну, это как это. Китайские. Вон, кабачки, смотри. Цукини. Видишь? Папоротник. Вон всякие осьминожки, креветки. А они уже готовы, кстати. Да. Ну, мы тогда, помню, в Питере покупали вот эту... Здесь указано запах, 100 грамм. Видишь, это все. Запах какой классный, да? А это рыба, да, получается? А миди не хочу. Хе. 200 рублей, 100 грамм чищенные. Рапанов, ух, слушай. О, а давай возьмем рапанов попробовать чисто. Я хочу попробовать, что такое рампаны. Я не пробовала ни разу. Вот это? А вот, кстати, гребешки. Вот это рапанов? Да. Давай просто попробовать возьмем. Иди ты, мэй. Давай.
Я хочу попробовать, я никогда не пробовала. Сколько тебе их? Ну, грамм 100 попробовать. А можно купить рапанов? Я просто никогда не пробовала. Хочу попробовать. Грамм 100, будьте нам любезны, чисто на пробу. Рапанов. Интересные такие. Рапаны, черномор, мидии, А вот это гребешки, да, у вас? Это глубоководные кальмары. Кальмары. Ну давайте вот нам рапанов грамм вот этих вот. Очень вкусно, у нас черноморские меди. Очень. Я не знаю, как меня подкупить. Они дают мне попробовать. Вкусно. Очень вкусно. Давайте 100 грамм этих, 100 грамм этих. Они не хрустят. Вот. Вообще, кстати, очень вкусно. Да, вкусно. Так, а это у вас рыба вот хе, да? То есть она как в соусе? Лопу не сюда, но лопу не очень вкусная, сочная тоже. Не, спасибо, пока миди, вот и рапана. Ну, свинячила, блин. Ржу над Вованом. Теперь мы с ним одной крови. Он и я. Вкусно. Вкусно, вкусно. Смотрите, а здесь на втором этаже одежда. Одежда. Ну, как обычный торговый центр. То есть на первом этаже там, как эти. Да. О, ух ты. Ты хотел зонт большой? Ну-ка, и сколько такой стоит? Он вообще продается? Ух ты, фига себе. Это трость, да? Это 1500 такой зон. Ну что, ты хочешь такой зон? Большой. Ну попробуй, ты, блин, уместишься. Главное, чтобы ты уместился. Вот, нам на 3 этаж. Вот давай здесь поднимемся. Ну здесь обычный торговый центр ДНС. Вот тут вижу шмотки обычные. Тут всякие сувениры и прочее. Ремонт телефонов, ноутбуков, планшетов. На 3 этаже кафе. Да, народ некоторые ходят в масках, кто-то без масок. Кто-то пофигист, как мы. И некоторые. Ну, это, в общем, такие вот вам цены, примерно. Которые здесь вот на рапанов и прочее. Вот. Кому интересно, сколько стоит сыр. Сыр, кстати, стоит дешевле. Но он килограммовый. Вот. Весы не знаю, честные, нечестные. Вот. Приходится, вот видите, сушиться. Давай, давай, работай. Так, застирала кофту. Так, тогда. И чё? Блин, Нина такая, Нина. Вот смотри, что со мной теперь творится. Я теперь такая вот вся замылась. У них здесь нифига практически не работает сушилка. Вот так. В общем, мы решили сейчас поедем в отель, бросим там все вот эти покупки. Разберем по холодильникам, а потом уже пойдем где-нибудь у нас в столовку. Сходим, пообедаем.